Ты! Идите! Идите! О! Вот как! Иди к нам! У нас тут у нас погнися! Пахнет человеческой! Они прохогрели! У! Не, никто не узнает. Может, яви. Ну, а может быть, сны. На земле обретенного рая жили светлые люди весны. Читали словно Бога. А кроме того, эти люди наивно считали сыном солнца вождя своего. Рыбы, бабочки, змеи, лягушек, без
забот, но он им раздавал. Слитки солнца согрели их души. Взоры радовал светлый металл. Нахватал, превращалась в безмолвные чушки. Молча плавился мягкий металл. Отрекись, отрекись. Спаси. Его губы, хрипя, прошептали одинокое слово. Прощай.
нормально. Кандализирует. Наше время. Далее. Пиратство. Заинтересованные страны выделяют корабли для патрулирования и пресечения нападений. Моя страна стонет от этих мерзавцев. Я разрешаю преследование на чужданных водах своей несчастной страны. Мы выделим 2 эсминца. И мы тоже. Да. О, и мы пришлем. Пытался? Спасибо, спасибо большое. Проблема голода. Хватит производить топливо из пшеницы. Проблему энергоносителей мы уже решили. А, кстати, после заседания нас ждет куршет. Далее. Также мы договорились, что ресурсы Южного и Северного полюсов теперь являются общепланетным достоянием и будут использованы в качестве компенсации затрат странам-донорам. Спасибо, спасибо. А теперь осталось решить последний вопрос. Какой цвет красим Луну? Давайте покрасим его красным. Красиво и ярко. Yes, красный, но полосами. Наша страна – да красный круг, но не во всю Луну, а только в центре. А если красить полосами, то это какая же экономия красками? Да-да, уважаемый сэр, мы тоже за полосатый флаг, только полоски должны быть крест-накрест. Давай, дорогая, мысли мои читаешь, крест-накрест надо рисовать, а... В пустых местах еще такие крестики, маленькие, но годные. Красный тот же горячо, только не целиком красить, а полумесяц оставить. О, наша маленькая страна в 1 миллиард жителей тоже за красный цвет. Эй, а я
Вниманию был представлен дипломный проект Люциуса Фера на соискание квалификации «Творец». Решения по проекту будут принимать члены экзаменационной комиссии ВАМ, каждый из которых был наблюдателем в одной из представленных в дипломном проекте эпох. Прошу соискателя подойти для оглашения решения комиссии. Первый член комиссии.
Эти люди слишком не похожи на тех, кто не похож на них. Что скажет второй член комиссии? Что скажет ты? Эти люди слишком алчны. Они готовы бить ради наживы. Третий член комиссии. Решение одобрено. Дипломный проект Люциуса Фера признан неудачным. И планета будет очищена для следующих дипломных работ. Пускай метеорит.